Так, так, так. Едем мы сюда в Перун, вроде бы как. Но это не точно. Да. Мысли. А, понимаю. Вот о чем я и говорил. Команда ждет, пока тебя убьют, потому что лучше бы жопу тебе прикрыть. Ага, ничего не меняется. Ничего не меняется.
куда тебя хрен, идиот. Меня вот бесит такие, блин. Не смотрит, куда едет, подтошно. Неизвестно куда и зачем. Очень плохо. Ой, да. Да.
Едем на что? Точно. Сейчас отфармлю серебришко и куплю себе шестерочку тяжа. Шушу восьмого. Это будет такой машин. Правда медленно, блин, как не знаю что. Ну я думаю, что если меня пятерка зашла, то что такое отдушать не должно быть. Твою мать. Но зато я сделал фраг. Второй фраг. Эх, прекрасно. Два якоцу не могут победить друг друга. Вместо того, чтобы ехать крутить шуршу, да, он стоит на захвате. Интересный геймплей.
Что у нас там будет? Где там у нас брит? Брит, шмит, брит, шмит. Что у нас тут? Ага, стоковая у нас получается будет вот это. 45 на 160. 200 кг на голову на подкалиберах. 155. Топовая 148 на 160. Топового орудия, блин, очень-очень долго качаться. Я вот просто хочу до этой машины дойти, вот эта огонь машина. Придется пострадать, конечно, но оно того стоит. Так. Сколько тут у меня орудий? Три. Три, да? 145 на 160, 130 на 90, 155. Не все открыты у меня, да, учитывая то, что я прокачал Черчилля. Ага, там победили молодцы. Так, а это это башня. Так, 16,5 осталось много. А тут что у нас? Тут 16,5. Да подожди, я. А, тут 7,400. Я понял. Попробуем. Так, а у меня чё? Твою мать. Кто там что писал? Ладно.
Все бы ничего, да вот с союзничками уже такой бой не везет. Действую неправильно, это ничего не сказать. Потому что уйти оттуда, как сделали мои союзнички, мы проиграли бы направление. Так, это у нас опасный противник. Не очень бой, слишком все быстро кончилось. Слишком все быстро кончилось. Большой, большой, самый большой. Ты лучше что-нибудь посущественнее заработать, чем на опыт этот ваш гребаный. Нахрен не нужен. Как эти ваши? Какой от них прок? Прок ноль. Ноль без палочки. Так. 24,5. Биса 118 на 160, 140 на 225. Блин, ну это конечно покруче будет. Покруче будет. Наверное, это важно.
надо еще косаря 2 опыта, чтобы гарантированно, так сказать, открыть шестерку. По сути, можно, блин, особо не торопиться. Дичь делаю, блядь, полную дичь. Стоп, аккуратнее отобрать лезу. Хрен знает куда. Что у нас тут? 500. Сейчас как собираем. Тогда башню уже открою. За свой опыт, чтобы свободку не тратить.
Ух, я каким-то не этом ничего, ничего там за кому стрелял. Классик есть и Матильдочка. А, классик только один. Классик один. Прямо смотри. Вопрос, как это делать? Где он будет? Прикол. Бой начинается. Да без проблем, класс. Замаслать. Так. Да еще раз одного терка завалить. И будет огонь. Кстати, у них БДРчиков и здорово.
неплохо. Два тяжика. Мне как раз одного из них надо. Так, они пойдут, скорее всего, по 9-й нулевой линии. Даже если команда сольется, вообще насрать. Мне главное найти тяжи. Так, вот это, вот это. Хорошо. Так. Ага, вот они тоже. Создание не побито. Стоп. Брат. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Окей, хорошо. Так, ну задачу я выполнил, насколько я помню. Эр, ты не можешь А20 бить серьезно? Неужели? Так, 20 мне. Окей. Окей, окей. Так. А тут 7. Это был принц, отдаём, да? 1700 ПМ, 307, 130 на 90, 180 на 80. Если честно, не брал получше. Это танк.
старый оверлорд. Да. О, господи. Бывает и такое. Когда ты пытаешься что-то сделать, а команда тупо отдыхает. Так, что тут у нас?
чувствовать такую динамику, как нам помогать своим тяжем, блин, вообще непонятно. Броня не пробита. Опять-таки, если бы не стоит, то бы всрали бы Любасу. А Любасу. Тут и... ходить далеко не надо. Будет вам счастье. И будет вам счастье. Thank you.
Ружо, конечно, хорош. Хорош, кабанова. Так, а посмотрим, что у меня тут перезарядка. В этой игре прекрасной. В этой прекрасной игре. Ну, такая же, как и больших там. Косарик опыта. Куда он так мало полетел, я понять не могу. Что это не делает? А, пятеро там, да? Вот в чем преимущество СТ-шек. То, что тяжи не успевают реагировать. Хорошо. 24 300 опыта. 300 опыта. И все.
Два дебила — это сила. Понимаю. Ну, ладно. Один дебил на одной жердочке сидит, второй дебил на другой жердочке сидит. Ой, господи. Это очень-очень... Прям такие... Понятно, я вам сзади подошел. Клоуны, блять. Поражение.
ты еблан, сука, тупой, блядь. Ёба, блядь. Сука, сам, блядь, не играет толком, другим не помешает. Тупую озе, блядь. Так. Так, сыр. Так, боекомплект. Thank you.
Склон у нас корявый. Пробиваем довольно хуево. Там 50 кинем. Thank you.
Матильда, Блэк Принц. Блэк Принц. Блэк Принц. Так. 28-24. Я что-то не так понимаю. Ладно, пока. Давай грузим. Чё тут по пушке-то, блядь? Сто тридцать на 90, окей. Так, внешний вид. Попробуйте. Блэк Принц. Прим танчик, ёбаный насос. Смотрю, многие на тебе катают. Блэк Принц. И по делу. Господи, кто же тебя это лень ебать? Наводчик контужен, разброс увеличивается. Хуй знает. Сейчас посмотрим на пик стадион. Че, М6 со штуками справится? Понимаю. Не.
Так, и что, 33-27. Понимаю. Восемь фут урона. Как с куста. То есть 10 пробить, это 900. Окей. Поехали еще вариант, что мне не понравилось уже. Пыль, делаешь нахуй. Заебись. Люблю пыль, нахуй. Я так понимаю, это типа льгота, что ли, блядь. Что он, блядь, пока дыхтует, нахуй. Блядь, медленный, нахуй. Проблема, нахуй. Ребят, я вот что сыпь, что так ебать, что в рот. На сим пока закончим. А вот далее увидимся с вами в следующих роликах.